Привет, вы смотрите видео-версию сайта Trantas News, и сейчас расскажу вам о том, что Росстандарт разработает ГОСТ для отзыва транспортных средств. В 2020 году Росстандарт собирается утвердить специальный ГОСТ по критериям и механизмам отзыва машин, сообщается на сайте ведомства. Росстандарт утверждает, что разработка такого стандарта беспрецедентна в мировой практике, но он необходим, так как действующие нормы по отзыву товаров касаются всех групп продукции. Отдельного стандарта по отзывам транспортных средств нет. Заместитель главы ведомства Алексей Кулешов объяснил, что такая система повысит безопасность автотехники, что в свою очередь приведет к снижению смертности на дорогах, согласно поставленной президентом России задаче, добавил он. Также в сообщении Росстандарта говорится, что за прошлый год было отозвано около 650 тысяч автомобилей. Причинами отзыва становятся несоответствия, выявленные как автопроизводителями лично, так и в результате тестов, проводимых Росстандартом, сообщили в ведомстве. Всего с 2015 года, когда началось активное развитие механизма, под отзыв попало более 3,5 миллионов транспортных средств. У меня пока все. Больше новостей вы можете найти на нашем сайте trantas.news. Пока!